24 мая президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина. В ходе беседы было подчеркнуто, что опирающиеся на стратегическое партнерство двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией во всех сферах успешно развиваются. Обсуждены связи в области социального обеспечения, вопросы обмена опытом. На встрече говорилось об осуществляемых в России и Азербайджане реформах в различных направлениях социальной сферы. Были отмечены хорошие возможности для проведения обмена опытом. Было также затронуто значение соглашения, которое будет подписано между соответствующими министерствами в рамках визита Максима Топилина. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.